Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Я Жамуратова Светлана, супруга Жамуратова Асылбека, которого обвиняют по политически мотивированным статьям 405 часть 1, 405 часть 2 и 258 часть 1. Мой муж находится в СИЗО до города Талгуран уже 7 месяц. Также хочу отметить, что здоровье Асылбека, у него не видит один глаз. И также за 2 дня до ареста он получил производственную травму, так как упал со стремянки, из-за чего у него частые головные боли. Суд откладывали 2 раза. Первый раз, так как наш адвокат не успел ознакомиться с делом, отложили. Второй отложили из-за того, что Асылбека самого не привезли в суд. Я призываю гражданское общество Казахстана и посольство демократических стран оказать поддержку и быть наблюдателем в открытом суде, который состоится 17 июня 2024 года в 10 часов утра по адресу город Кунаев, Абая 5.